Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 105. На какие вопросы отвечают эти слова? Кружились, фу, кувшин, на, дружили, эх, для, пушистый, чаще, ух, частый, за. Запиши слова в три группы. Что, какой, что делали, какие слова ты записал, почему. Бывают ли слова, к которым нельзя поставить вопрос? Может быть, мы пока не знаем всех вопросов к словам. Итак, разделим слова на три группы. В группу слов, которые отвечают на вопрос «что», относятся слова «кувшин», «чаще». В группу слов, которые отвечают на вопрос «какой», относятся слова «пушистый», «частый». В группу слов, которые отвечают на вопрос «что делали», относятся слова «кружились» и «дружили». К словам «фу», «на», «эх», «для», «ух», «за» нельзя поставить вопросы. Это междометия и предлоги, которые являются вспомогательными словами. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.